Так, друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам в гости. Обзор нашей квартиры. Не знала, с чего начать. Начала с коридора. Вот как типа вы вошли к нам в нашу обитель. Да, ох ты, вот здесь вот у нас тихо. Не сбивай, Валера, сейчас ты будешь снимать. Наш коридор, видите, вот наши вещички с обувью. Моя сторона, Валеркина сторона. У нас тут такая вешалка, а на вешалке Wi-Fi с проводами. Это мы его устанавливали, поэтому проводов много, чтобы, если что, дотягивало до ноутбука. Валеркины кепки, короче, куртки. Ладно, пошлите дальше. Значит, заходишь так, но сразу стиральная машинка. Обязательное условие, если вы долго живете, это стиральная машинка. Так, теперь в ванную заходим. Вот такая дверца. Открываем ванную. Что мы здесь видим? Видим мы здесь вот душ, сама ванная, кафель, шторочка. Такая имеется вешалка, полотенце. Танюша, спасибо, в прошлом году рыбный рынок напротив горячего источника. Вот такое зеркало у нас. Умывальник. Ну, понятно, туалет. Тряпки, тазики, бойлер. Все. На полу кафель. Тоже плитка, точнее. Плитка, плиточка. Ну, такой свежий ремонтик. Что здесь еще мне нравится? Мне здесь нравится, вот, женщины и мужчины это должны оценить. Подсветка, видите? Чтобы видно было. Если ты красишься, мажешься, волосы тонируешь и все такое. Так. О, кстати, классная штука. Реклама. У меня просто во рту какой-то прысичек такой выскочил. Я полоскала, красота. Вот это та штука прошлогодняя исеевская, что я говорила. Которая пигментные пятна мне убрала. Ну, а это крема, которую я тоже с собой взяла. Ладно, полазим чуть-чуть по... О, вот это тоже у них классный гель для душа. Ну, а то шампунь, бальзам, это такое фигня. Каждый раз все равно меняю. Так что такое вот. Ну, ничего, нормально. Заходим дальше. Мы сделали чуть-чуть перестановочку. Так, вот наша комната. Одна единственная. Вот здесь вот шкаф получается встроенный. Вот здесь вот у нас стоял диван. Вот я отойду, чтобы было видно. Диван мы переставили его, потому что здесь я сделала тренажерный зал. Здесь я тренируюсь постоянно, каждый день. Поставили сюда гладильную доску. Сейчас я свет потушу в коридоре. Кстати, даже утюг здесь был. Ну, мы чужой убрали, спрятали хозяевский, а свой поставили. Вот такой вот шкаф. Во-первых, удобно на себя смотреть. И мне здесь удобно тренироваться, я не мешаю. Вот, вот этот диван, который возле Валерки. Вот он стоял здесь. Так. Вот диван, на котором мы спим, раскладывается. Одеяло это наше. Мы с собой привезли офигенное, тоже второе. Первое я Валерке купила на день рождения. Приехали, забыли одеяло, было прохладно, заказала по интернет-магазину еще. Так что нам тут не прохладно. Ложись такой. И смотришь телек на ночь. Красота. Вот у нас телевизор. Здесь мы приспособили, подключаем ноутбук и вечером смотрим по интернету фильмы.
Так, ну а этот диван просто используем. К чему готовишься? Рум-тур? Маленькая уборочка перед съемочкой. Для чего мы его используем? Для того, чтобы посидеть. Сумки, вещи, тут у нас сушка, расклад. Это не пока, потом... Ну да. Скоро мы уже разойдемся. Вот у нас тут Валера живет. По разным диванам. Кондиционер. О, кстати, надо было свет включить. О, чем здесь классно в нашей квартире. У нас везде розетки и очень светло, очень светло. У нас хорошие лампочки, хороший потолок, натяжной, подвесной, понятия не имею. Короче, розеток здесь полно. Вот. Вот здесь розетки. Вот здесь розетки с кондиционером. Мы, как всегда, взяли с собой вот розетки возле телевизора. Мы, как всегда, набрали, да, удлинителей, тройников. Это Валерин офис. На нем же мы едим, это стол. Так, вот наш обед. Валера любит со сметанкой. Что у вас тут и мяско, борщик. Что-то он у меня густой получился, да? Нормально. У нас тут хлебушек. Зерновой чесночок, сало по 40 гривен, которое просолилось офигенное. Скажи, Валер. Да. И горчица. Вот так вот. Всем приятного аппетита. А, кухня. Вот кухня. Симпатичная кухня. Кстати, вот такая штучка, вешалочка, видите, продается в АТБ. В АТБ мы видели, да? Классно, если не хотите, короче, сушить где-то белье, подвесил и сушишь здесь. Так, ну по ящикам лазить не будем, сразу скажу. Посуду нам выделили, выделили постельное, выделили подушки. Одеялку мы свою взяли. Так, и вот же еще холодильник, самое главное. И вот большой холодильник. Вот такое вот у нас жилье. То, как я и хотела. Мне нужна была кухня. Сейчас мы использовали несколько дней кондиционер. Жарко не было, было прохладно. Мы использовали как горячий воздух. Да, Валер? Вот Валера сидит даже в кофте. А что ты в кофте? Холодно, да? Что ты жоком открываешь? Да. Вот такой у нас тут линолеум. Такой нормальный ремонтик, конечно. Ну, нормальная комната мне. Мне нравится кухня, все есть. Мне главное ванная, главная стиральная машинка. Главное, где мне прыгать и тренироваться, чтобы я себя видела, потому что когда приседаешь, трали-вали, все видишь и одеваться. Все. Так что вот так вот мы и живем. Покаместь. А, и самое главное, как я вам говорила, цена этого жилья 100 гривен с человека. Вот так. И что? И что? Просто. Жилье, а, жилья этого нет, потому что заняли его мы, и оно уже расписано. Но, скажу одно, когда мы искали жилье, жилья полно, выбирайте сами. Это не возле моря, это жилье где-то километр до пляжа, ну, в самом Бердянске. Жилья полно, на любой вкус, цвет, первая, вторая, третья улица, с удобствами, без удобств, было бы только ваше желание, да? Yes, I do. Ну все, всем пока, вот так.